Так, привет всем, дорогие подписчики, зрители канала, с вами Дарт, и мы продолжаем развивать парк. А, господи. Jurassic World, в игре Jurassic World Operation Genesis. Что я сказал сейчас? Это была бы, наверное, прикольная игрушка, но такой, к сожалению, не существует. Мы в игре Jurassic World Evolution, да. И сейчас мне нужно улучшить... Точнее, построить еще одну электростанцию, так как у меня уже не хватает электроэнергии. А я думаю, почему падает вот эта хрень? Ну, типа, видимость там, вот, с убежищами, вот это все. Оказывается, потому что электроэнергии на все строения уже не хватает. И сегодня я бы хотел получить Синоцератопса. Очень сильно. Но мы запросим новый контракт по безопасности, потому что этот долго буду выполнять. На мой стол только что положили новый контракт. Вам нужно взглянуть. Что? Как я могу настолько повысить прибыль от аттракционов? Вы мне не расскажете? Ну расскажите, почему все такие задания, почему мне вечно не хватает денег, что ж ты будешь делать? Так, все, теперь всем хватает, да? Отлично, я очень рад, но видимость динозавров опять упала. А знаете почему? Потому что нужно строить там, где динозавров видно в 100% случае. А, ну мне уже негде их ставить. Ну только вот с... Нет, здесь никак. Ага. Вот с этой стороны, в принципе. Наверное, придется тут поставить, да. Больше-то негде. Негде, да? Так, вот тут вот так, да? А мы тогда... Блин. Какие-то помехи присутствуют. О! Сейчас дорожку еще провести бы до туда. Ну тут это все формальность, то есть не обязательно тут сейчас. Я, мне кажется, сейчас это уберу, как только вот. Выполню это задание, да. Пожалуйста, бы выполнить. Вспышка болезни нет! Кто болен? 5 эдмонтозавр. Что ж ты болеешь постоянно? Что с этой камерой? Я не понимаю. Ой, вы этого не видели? Запасы в кормушке восстановлены. Актив в зоне досягаемости. Что? Как я не попал? Игра. О. Контакт установлен. Куда ты сквозь динозавра летишь? Больные динозавры не обнаружены. Это очень хорошо. Так, теперь нужно электроэнергию к этой херне провести, да? Давайте. Ну, вот так тебя боком поставлю. Можно же вот так сделать, да? Это же не противозаконно. И видимость динозавров почему-то опять не на 90%. Почему? Уже некуда ставить, у меня уже нет стольких динозавров. Вот опять чуть повысилось. Блин, динозавры, а? Бегайте. Ах, господи. Куда же вас заставить убежать-то, чтобы... я понял, кажется. Нам... Поставим еще одну кормушечку вот тут. О! Люди жаждут зрелища, и они его получат. Безусловно, получат. Вы выполнили этот контракт. Я выполню этот контракт.
Если там были люди на дорожке, прошу прощения. Вас обязательно найдут. Может быть. О, нифига себе, тут народу осталось, в лесу потерялось. Прикольно. Интересно, они реально найдут дорогу? Так, Айзек, когда ты мне синоцератопса-то дашь? Еще одно задание, да? Ну что ж, ладно, рискую очень сильно. Возможно, сейчас начнутся у меня уже санкции. Не допустите... Йо, это легкое. Братан Исаак, у меня для братан Исаак. Брателла. Это кое-что, предложение сделать кое-что для меня. Круто же, правда? Птичник мира юрского периода был достопримечательностью мира юрского периода. Здесь на территории более 40 тысяч квадратных метров обитали птерозавры, такие как Диморфодон и Птеранодон. Очень жду их в игре. В ходе инцидента 2015 года на Исла Нублар птичник пострадал от обстрела оса во время погони за сбежавшим Индоминусом Рексом. Гибрид пытался здесь укрыться, испуганный его присутствием летающие ящеры вырвались на свободу в парк. Позже вертолет оса врезался в купол птичника, разрушив его. Печалька. Персонажи. Кто открылся? Какой персонаж? Какой же это будет персонаж? И это Карен Митчелл. Кто это? А, Карен Митчелл, мать Зака и Грея. Она отправила детей на каникулы в мир юрского периода, чтобы завершить бракоразводный процесс со Скоттом Митчеллом. В ходе инцидента 2015 года в мире юрского периода она связывалась со своей сестрой Клэр Диринг и была весьма разочарована, узнав, что она не присматривала за мальчиками лично. Карен и Скотт вместе приехали в мир юрского периода незадолго до закрытия парка, и на следующий день... В отделе развлечений вам больше доверяют. Все. Включай меня. Вы смогли увидеть своих детей. Прибыль чисто от этой херни мне такая, что ли? Ну, в смысле, от центра развлечений? Да? Да? А, нет, прибыль 53 тысячи. А, ну от всех развлечений, походу. Так, я хочу отменить контракт на аттракционы. Да, потому что я его пока не выполню. Это 100%, у меня нет стольких динозавров. Новый контракт? А, минуту ждать не могу! Прошу прощения, так, к сожалению, еще у нас очень быстро меняется погода, да. А еще одна проблема в том, что я не наберу тут доход. Ну, вот это разброс, еще 30 тысяч примерно. Ну, 20 набрать. Тяжко, будет тяжко. Так, люди, надеюсь, нашли дорогу. Так, что же еще поделать? Что же поделать? В принципе, пока делать нечего, да? Ну вот, только запросить новый контракт. И ждать 10 минут. Новый контракт. И, пожалуйста, дай нормальный контракт. Займитесь этим контрактом. О! Чувствую, мы оба об этом не пожалеем. А у меня разве этого нету? Скорость излучения центр окаменелости. Так, центр окаменелостей. Ух ты! Спасибо за задание. Задание выполнено благодаря вам. Еще бы. Еще бы. Так, ну-ка давайте посмотрим. Прикольненько. Такой опять супер технологичный вагончик. А здесь вообще, смотрите, какая-то хрень такое. Классно. Даже не знаю, что это. Я просто не знаю, как описать вот это строение. Потому что я даже не представляю, что это. Так. Центр экспедиции. А, улучшений нет, точно. Так, кстати, что там у нас с улучшениями-то? Все улучшил, все, что есть, да? Печалька. Вообще ничем заняться. 6 минут ждать, потому что может понизиться рейтинг. Репутация, точнее. А, 5 минутку ждать. Так, ну давайте пока, не знаю, посмотрим на кого-нибудь. Как тут сратозаврики поживают? Мне вот тот больше интересует. Новенький. Сколько у тебя возраст? Мы вроде недавно его создали. Мне бы интересно, сколько ему лет. Так. Что-то я не вижу, где это смотреть. О, что за дополнительные сведения? А, понятно. Продолжительность жизни 9 возраст всего лишь лет, хотя создали вообще недавно. Так, цератозавр 0.1. Мне бы интересно. Боевая дурная слава плюс 70. Сколько же ты убил? Рейтинг 5 звезд.
Так, а где почитать, сколько динозавров он убил? Четверо. Козлов убил 6. Рыночная стоимость, то есть, если его чисто логически можно продать. О, они драться собрались? Этот убил, походу, поменьше, да, двоих. Вы закончили? Прикольные ребята. У тебя есть кормушка, зачем ты здесь траву грызешь? Там на тебя люди ждут, между прочим. А он тут траву грызет, негодяй. Стегодей. Есть такой гибрид в игре Jurassic World Alive, да. Внутри игровая реклама. Интересный. Прочную шкуру. По крайней мере для меня. Блин, я вот... А вы что скажете? А если я его выпущу, это же схватка начнется, да? А если честно, мне насирать и мне. А к травоядам я его не выпущу, потому что он точно кого-то убьет, он очень мощный. Для тех травоядных, которые у меня здесь есть. Так, ну я тебя понижу, вообще сделаю слабаком, чтобы ты помер точно. Прочность зубов, ага, агрессивные инстинкты. Агрессивные инстинкты, прочность шкуры. Вот здесь вот эта штучка. Здесь ничего тебе не будем делать. Вывести тебя. Сейчас он выведется и начнется между ними бой. Мне интересно, кстати, кто победит. Так, а с тем временем у нас осталось 3 минуты. И мы получим... возможность синоцератопса создать. Потом, да, это будет новый динозавр в парке. Так, вообще давайте посмотрим, что у нас там осталось. Репутация. Так, что у нас тут научный центр? А, крихтонзавр. У нас еще один динозавр, смотрите, есть для открытия. И здесь центр без... То есть еще два динозавра на этом острове мы точно сможем создать. Так, центр безопасности мне бы еще понадобился, да. Кстати, я их всех хочу тут тоже поставить. Надеюсь, они влезут. Так, центр безопасности, хорошо. Ну, тут вообще до него чуть-чуть осталось. То есть, еще, грубо говоря, один контракт выполнить. И вообще хорошо будет. Так, тут вот тут с этим проблемы. Тут нужно много набирать. Но я думаю, сейчас вот получим здесь репутацию и займемся научным отделом, да. Возможно, в ближайшие 2-3 видео я попробую за счет контрактов открыть всех этих... Все, что тут мне доступно, показать вам два оставшихся динозавров, и уже после этих будущих видео, да, мы перейдем уже на второй остров. Там еще будет куча новых видов, возможно, насколько я знаю, даже велоцираптор. Так что для тех, кто его ждет и смотрит видео именно от меня, ребята, не расстраивайтесь, все скоро будет, все будет. Я просто не хочу вот так скакать между островами. Я бы хотел тут полностью этот остров закрыть. И потом, типа, идти на следующий. А сколько тебе лет? 72. О, ты скоро умрешь. Ну ладно, шучу. У тебя там написано плюс 12. То есть еще дофига прожить сможешь. Так, давайте, я хочу схватку увидеть. Это будет неплохое завершение данного видео. Ну... Еще минут, может, 10 поснимаю, да, и... Ну, как раз, все посмотрим. Хватит ругаться, вы надоели. Чё ты рычишь? Вы как малые дети. Серьезно, каждый по тонне весит и больше джипа в 3 раза. И чё-то собачится там. Вот сейчас вот новый чувак выйдет, будете собачиться. Общается, ты общаешься? Клево, давайте пообщаемся. А пока есть возможность, давайте посмотрим, как он кушает. Так, давайте, кстати, в рейнджерам пока зайдем. Может, у них кормушки уже полупустые. Конечно, не помешало бы второй. Да, вот. Направляюсь к кормушке. Подтверждаю задание. Принят запрос на пополнение.
слежу за пополнением кормушки. Следи, проследи, чтобы там все было хорошо. Ну как я чисто на вертолет попадаю? А, вот, все, кстати, создал. Создан был. Так, смотрим, еще планирование са. Клево, клево. Так, все, да, больше ничего дать нет. Точность, да. Так, ну что, сейчас будет битва века. Может, еще, кстати, он выиграет? Так держать. Открытие. Есть! Поздравьте меня! Отлично. Так, братан, драться. Бой, схватка, убийство. Я думаю, я успею. Я знала, что это работа для вас. И, как всегда, оказалась права. Я очень рад. А где... Не подскажете, где Синоцератопс? Я что-то его не вижу. Готовы к новому испытанию? Тогда вам точно стоит взглянуть на новый контракт. А, или он мне тупо открылся. Кто где устроил драку? Конечно, выживают сильнейшие. Это доказывает прямо сейчас. Неужели этот сильнее получился? Его преследовать, или он так и уйдет? То есть вы так и будете, короче, драться? Я понял. Короче, они будут драться. А, нет, у них общительность уже падает. Так, эти опять будут драться, да? Ну ладно, давайте посмотрим. Кто-то должен кого-то убить, потому что, ребята, у вас общительность уже пропала. Давайте, убейте уже кого-нибудь. Короче, они дерутся, но не до смерти. Это странно. Ну, в общем, ладно. Мертвый динозавр. Кто? Струтиамим обычного окраса. Умер от старости. Что ж, печально. Сейчас главное создать еще одного такого же. Чтобы все окрасы присутствовали. Чтобы контраст сохранялся. Так, и вертолетики. Служба перевозки. Убрать вот этот труп. Собираюсь забрать отсюда. Ребята, ну давайте, деритесь до смерти. Так, объясните мне, что за фигня? Он что, полностью у меня уже создан? То есть я могу выводить Синоцератопса? Нет, его тут нету. Тогда где он на карте? Что за фигня? Опять устроили драку. Перейти к месту драки. Теперь этот убежал. Вы серьезно? Начата транспортировка. Так, чё-то я вообще не понимаю. Репутация. Ну, доступно. Где он доступен-то, ёпа-мать? А, исследование, господи Иисусе. Всё ж так просто.
Я уж перепугался. Так, Айзек, мы тебе отменяем твой контракт. Он нам в жопу не нужен. Мы будем... Вначале возьмем отдел безопасности. Новое задание по поддержанию безопасности. О, это вовремя. Интересует? Интересует, конечно. Как раз я его не вывел, да? Нет, отлично. Все, давай мне бабки. Мне срочно нужны бабки. Ну, пожалуйста. Выведи небольшой травоядный динозавр. Вывел небольшой травоядный динозавр. Что тебе не нравится? Ну, пожалуйста. Ты его одним ударом добьешь. Укуси его. Укуси, и закончится схватка между вами. Укуси, и все будет решено. Давай. Либо ты его укуси, и он помрет. Все, ты помер. Добивай, добивай. Как это выглядит у хищников, мне интересно. Тупо выглядит. Так, а кто кого убил? Ты номер какой? Ты номер второй. А, четвертый помер, да? Ну, правильно. Он нам нафиг был не нужен. Он был слабак. Он был слаб. Спартанские условия, да. Получен запрос на сбор активов. В смысле, я вывел небольшой травоядный динозавр? Ты чё? Кто опять дерется? Вы чё деретесь опять? Я не понял. Все, разбегайтесь, он помер. О, господи, выводить еще одного небольшого травоядного динозавра. Так, запросить контракт. Новый контракт. Нельзя запросить. Зато у нас есть место раскопочек. Опа. Китай. Формация Синчжуан. Все, полетели ребята. В следующем видео начнем. Я думаю, мы его создадим уже. Я так думаю, да. Теперь объясните мне, какого он лешего издевается на меня? Типа нужно не выпустить, а вывести, да? Типа он у меня уже был выведен, поэтому не считается. Хорошо. Нет, давайте обычного создадим, пофиг. Так, и мне нужен новый контракт. О, на научный или еще раз на отдел безопасности. Ладно, давай на научку. За такие контракты нужно хвататься руками и ногами. Не, ну я контракт оставлю. Еще зубами и когтями. Но ты же мне не отдала его открыть, правильно? Не упускайте такую возможность. Так, а ты какой? Как раз у тебя какой был? Бесплодные земли, да? А у тебя? А, ты обычный. Как раз обычного мы создаем. Еще одно бесплодные земли. Так, ну конечно, надо бы трупы убрать. Понятия не имею, что там будет с этими мелкими засранцами. Но они больше не наша проблема. Контракт выполнен. Поздравляю. А, я понял, можно же восстановить здоровье, да? Готовимся к началу бури. Попадание засчитано. А зачем мне успокоительные? Не, не надо. Что хотел сделать? Напишите мне потом, как решается, типа, если у них низкое здоровье, могу ли я что-то сделать? Если да, то что? Сычуань? Так, Синчжуан, да. Сейчас я вам зачитаю.
про это место раскопок, и мы разойдемся. Так, формация Синьчжуан расположена в провинции Шаньдун, неподалеку от города Чжучэн. Она входит в группу Ваньши, которая относится к позднемеловому периоду. Здесь были обнаружены часть черепа и гребень нового вида – Синоцератопс, а также два разных подвида гадрозавра и тиранозаврит. Синоцератопс – единственный подтвержденный вид цератопсида, обнаруженный на территории Китая на текущий момент. Динозавры, останки которых обнаруживают на этом раскопе, скорее всего, обитали среди рек, речных пойм и сухих дельт. Здесь можно найти только Синоцератопса. Уникальное, короче, место раскопок, только на одного динозаврика. Так, тебе чуть-чуть осталось, тебя нужно добить контрактами. Нормальный контракт. Идеальный контракт. 100%, да? Если вы откажетесь, я буду весьма разочарован. В задницу не хочешь пойти? Весьма будет разочарован. 100%. Куда же мне тебя запихнуть-то, чтобы было бы 100%? Тут можно построить? Пожалуйста. Или тут уже загон идет? Да, загон. Да, загон идет, капец. Тут тоже никак, да? О, можно, прикиньте. Я видел. Можно. О, это будет шикарно, если я еще смогу сюда дорогу провести. Будет просто восхитительно. Так. Так, а тут больше ничего не влезет сюда. Какое настроение? Думаю, нет. Ну ладно, давайте убежище построить, я надеюсь, будет 100%. Маловато будет, маловато. Слабенько находите. Давай, 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 пожалуйста, стройся быстрее. Почему ничего не изменилось? Чуть-чуть. Совсем капля прибавилась. Ты серьезно? Прям без шуток, да? Ты вот это серьезно сейчас. О, господи. Так. Куда тебя запихнуть? Вот просто подскажите. Я не понимаю. Куда мне запихнуть, чтобы было 100%? Вот куда? Здесь, по-моему, и так уже сотни. Все, где люди ходят, везде все... обезопасено, обезопашено. О, вот тут могу пихнуть. Так, подожди, что, прям на дорогу, что ли? О, давай так. Может сработать, не знаю. Ладно, это мы увидим уже в следующем видео. Надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу канала, ссылка будет в описании. С вами был Дарт Сидиус, и всем всего хорошего, живите и процветайте. Всем пока!